Друзья, всем привет! Жарю лук репчатый, мелко нарезала. Как вы думаете, что я буду готовить сегодня? Сегодня я буду жарить пирожки. Это у меня тесто, я его сделала, у меня рецепт уже есть. И фарш размораживаю. Сейчас обжарю лучок, добавлю фаршик, все пережарю. И буду делать начинку в пирожках из мяса. Так, специи добавлю по вкусу. Черный перчик, соль, хмели, сунели. Можно зеленушечку добавить. Друзья, я жарю уже фаршик. Фарш у меня свинина. Вы можете начиночку любую готовить для этих пирожочков. Они очень вкусные, воздушные, с любой начинкой. Специи добавила. Кто что хочет, тот и добавляет, кто что любит. Я хмели сунели добавила, черный перчик, немножечко ведетки, зелени добавлю в конце. И все. И солю. Друзья, фарш готов. Я его прожарила. И вот тесто выложила на стол. Оно у меня очень нежное, мягкое получается. Я на ладошке буду формировать пирожки и жарить во фритюре. Готовые пирожки. Вот такие аппетитные у меня получились. Мы уже кушаем. Ко мне сын приехал, старший. Сочные, вкусные, тонкое тесто. Воздушные прям пирожочки получились. Вот что осталось. Сыну дам с собой несколько пирожков. Остальные мы доедим. Всем пока-пока, приятного аппетита и готовьте с любовью. До новых встреч!